Получается. Он сам. Так, ага. Открой. И еще это чопры сирени. Попробуйте, чопрыть. Очень подогревает. Да, да, да. Прикольно. Потому что в Японии зимой очень хорошо. Очень. Так, а там дома не обогреваются? Да. Да, у нас нет отопления, поэтому... Да. А, конечно, дома как вы говорите? Да, мы используем кондиционер. Кондиционер, ну, который греет. Мы не используем, это очень хорошо. И еще у нас есть ну, такое мультифункциональное виде. Да, сейчас да, покажу. Вот это как почистить. Что здесь теплая вода идет. Да. Сразу да, это. Да, да. Но это как ну, концепция такая, ну, люки грязные, мы их помоем водой. Почему после туалета это только бумага? Да, uh-huh. Только вытираем, да? Давайте омываем. Ну правильно то умываем. Да, мужчины тоже, да. Да, мужчины тоже используют. И мы сможем поменять позицию. Да, по размеру. Даже, ну, такой массаж. Еще у нас есть фен. Угу, классно. И самый важный пункт это бедь-восковый дизайн. Дуреда Махаджай, не требуется это, нету бортиков. И смех тоже очень легкий. Ну бортиков нет, под которые вся вот эта вот грязь собирается. И он сам. Он без бортиков, поэтому он удобнее. Но в Японии почти 90% дома используют. Даже Макдональдс, станции метро. Но в России пока меньше 5%. Поэтому мы постараемся. Так понятно, что совсем мало. Да. Самый важный пункт это цена. Но в России базовый модель стоит 60 тысяч. А вот это сколько стоит? Вот это нет, чуть-чуть размер большой. Больше. И дизайн чуть хороший. Это дуря гостиницы, а не дуря большой. Это нет, это включено такое автоматическое. Откроет. Я к тому, что чем отличается от базового размера вот это? Да, вот это автоматически. Это автоматически, да. Остальные базовые модели включены в виде, еще фен, чопра сиденья. И турнар смех и безбачковый дизайн. Ну, если ремонт делать, включать можно просто. И у нас...